И всем здорово, чуваки, с тобой, как обычно, Пингвин, и с нами, как обычно, Лысый Дядя. Дядя? Всем привет, я снова тут, снова с вами. Проходим замечательную красивую игрушку. Как называется? Она называется Sunky Land. О! Выучил название. Да-да. Так сложно называется, не сразу запомнишь. Сегодня у нас стоит задача начать исследование всего окружающего нас. Я тут, кстати, вижу вон какой-то кораблик, это с парусом. Видишь, вон в той стороне, ты где? Так. Да, с противоположной стороны от нашего. А, вот ты как раз на него смотришь, да. Знаешь что? Есть островки тут рядом. Мы можем попробовать исследовать сегодня все ближайшее. Вот. Я предлагаю начать сразу с того кораблика. Давай, думаешь, ты... Можно, но давай сначала мы немножко полутаемся. Я хочу открыть арбалет. Угу. Вот. А для него и нам нужно что? Веревка. Ну, веревка точно нужна. А ткани нету у нас. А, ткани вообще нету, да? Да, вообще нету. Так. Радиоостров. Неплохо. Защитные очки нашел. Так, меня никто не бьет. Че, дядь, у тебя там чисто? Никого не вижу, лутаюсь. Ну, музыка такая страшная, как будто кто-то тут есть страшный. Ну, пока, блин, страшно. Ну, живи, дядь. Кожа. Так кожа выглядит, как будто в Майнкрафте. Прикол. Машину нашел. Я сразу копье в руки взял. Так, но ткани тут нету. Но есть компоненты, это тоже хорошо. Это не так. Компоненты обязательно Блин, я испугался, тут мутант. Один? Девушка-мутант какая-то. Блин, я обосрался, Саша. Так, я бью, короче, понял? Ах ты падла. Она... О, ткань нашла. Она с топориком, но она по мне ни разу не попала еще. Я ее хитро... Ах ты. Я хитро парирую. Спряталась. Подлюка. Хорошо, иди сюда. Что она без оружия. Не, у нее... ой, я ухожу, их тут много. Ну, топорик, это знаешь, это не выстрел по голове. Я считаю. Если уже смотреть так. Так. Нет. Здесь такой достаточно интересный домик. Полутать было чего, но мало. Так, ладно. Не придется бой принимать. Короче, случилась очень плохая штука. Что случилось? Нет, нет, убегаю, я уплываю. Короче, я лодкой заехал немножко на остров сам. И она застряла на острове. Она легко толкается. Ну я понял, но меня окружили мутанты. Так. Так, может здесь что-нибудь есть интересное? Я нашел какой-то тоннель подводный. Так, они за мной плывут. Так, я попробую туда погрузиться, надеюсь, там не глубоко. О, я завалил одну. Ага, тут прикинь, далековато надо грести. Так. Я думаю, кислорода не хватит. До меня? Не. Если сможешь до меня проплыть, это будет очень хорошо, кстати. А у меня проблема. Мутанты? Я одного мутанта завалил, там еще один, но у меня здоровье четверть осталось. Я не могу лодку забрать, он меня караулит. Ща, я нашел... Я думаю, меня сможет с одного с двух ударов слить. Металлолом. Металлолом это плохо. Металлолома много. Так, я его убил. О, красиво. О, я подхилился. Чуть больше половины. Так. Так, залутал ты его? А ты того залутал? Да. А, нет, только клубника только была и все. По-моему, еще один тут был. Вот он, о, щитом, смотри. Давай, ты его отвлекай, я его убью. Теперь ты бей. Так, давай ты. Нифига себе. Сейчас я возражусь. Так, тут твои вещи, прикинь, валяют. Давай, я выживу. Я вплавь поплыл. Я быстро плыву, в принципе, я думаю, сейчас доплыть успею. Я попробую его на лодке грохнуть.
Так, как тут быть сладким? Ну давай, иди сюда. Ой, а он достает до меня, прикинь? Прям в лодке? Ну да. У него топор длиннющий, он прям так достает, а я нет. Я все залутал. Ага, отлично. Смотри, вон он плывет за мной. Видишь его? В общем, нам нужно делать арбалеты. Ну да, без арбалета их вообще не вариант. Да, просто расстреляем их с расстояния и все. Вообще будет легко. Они прям очень жесткие. У него топор, в смысле, такой длиннющий, что я с лодки до него не достаю, а он до меня достает с воды. Арбалеты готовы? Лови. О, арбалет. Отлично. Единственное, что нам нужно, я не знаю, тут есть что-то типа рюкзака или что-нибудь такое. Так, я пока даже удочку скину куда-то. Так. Пускай пока сюда возьму 60 болтов на всякий случай. Блин, я бы на самом деле эту заставу бы прошелся. Там у них нету укромных мест. Не, давай сейчас мы тут. Мы могли бы что-то полезное найти. Я думаю, оружие здесь какое-нибудь. Может быть. Но я думаю, здесь полезнее будет что-то. Ну, полезнее это полезнее, это само собой. Давай сейчас тут посмотрим, а потом, если что. Так, давай лодку не будем к берегу ставить сильно. Все, да. Погнали. О, о. О, арбалет вообще нормальная тема. Все, что ли, слился? Я ему в голову, да, попал. О. Мы теперь опасные. А, вот он. А, в голову с одного удара убивает, что ли? Значит, стараемся целиться. Ему в голову попал, он сразу слился. Так, и лутать не забывай тоже их. А ты того залутал здоровенного? Нет. О, какой-то где сундучок. О, компоненты. Так, а где тот здоровенный был? Не знаю. Просто с него, возможно, бы упал топор. Угу. Там еще один бегает. С топором большим. Где? А, вот, за палатку зашел. Прячется. А. Ну здорово, там еще один бежит. Ага, с щитом. Да. Старайся в голову целиться. Ой, как уворачивается. Походу щит мешает. Да как так? Ага. Вот так, на. О, все. Есть что? А, все, музыка поменялась, так. Мы всех слили. Лутаемся. Думаешь? Тут ничего нету. Но музыка поменялась на обычную. Ого, металлолома куча целая. Ну да, я пока порыскаю по окраине. О, руда какая-то. Нормально ворвались. Кстати, легко было. Ну да, с арбалетом. Давай сразу по пути домой эту заставу жахнем. Ага. Так, я железо нашел. О, отлично. Давай тут залутаем все, что есть. Повторя, все равно мало. Я, конечно, знал бы, что мы так быстро раскидаем. О, я сейф нашел. Что а ну-ка нашел? О, чертеж укрепленный. Укрепленные стены чертеж. А, чертеж, круглый стол, сломанный футбольный шлем, бинокль, противогаз. Ну, ты так там нашел. О, противогаз. Ты прикольный. Приди сюда, мне не хватает места. Сейчас. Предлагаю сейчас выгрузиться, поспать и сходить на тот остров, на то укрепление. Ну да, да, я тоже так хотел. Я вообще раз думал на обратке, но мы так перегрузились, что надо. Ну да. Выгружаться. Короче, я придумал, что мы можем сделать. Мы можем взять, короче, сейчас раскидать их. Если вдруг тут лута окажется мало, мы можем сплавать на тот корабль, который мы увидели. Угу. Да заезжай вон через главный ворот. А, вон он, смотри. Стой, стой, все, вот здесь тормози. Сейчас отсюда будем гасить их. Ага, вон. Я с самого дальнего начал гасить. А он плывет с щитом. Ага, все. О, прям в голову попал.
Вон еще вижу там. Блин, из-за того, что на лодке трясет немножко. Целиться неудобно. О, бежит, бежит. Куда бежишь? Пошел вон отсюда. О, они еще орут. Ай-яй-яй. Все, отлично. Нифига мы как разматываем. О, бежит, бежит, смотри, слева. Намного проще, видишь, они не стреляют в нас. Оп, попали вдвоем. Ух ты, не попал. Ага, я попал. У меня отображается попадание. Оба. О, красиво. Так, лутаем. О, мясо. Так, надо вот этих трупиков полутать, посмотреть. А, все. Есть. Всех, всех размотали. Музыка закончилась. Ага. Так, все, сейчас сундук скидываюсь и предлагаю сразу туда на смотаться. На кораблик можно. Да? Нет, ну где стреляли в нас? А. Ну тогда давай сначала домой заедем, все скинем. Ну, я пустой. У меня много вещей, у нас лодка полная. Ну, поехали, скинемся. Садись. Все, я сел. Кстати, поселение мутантов мы прошли на 100%. О, отлично. А торговую заставу мы прошли на 90%. Ну, что-то, видимо, осталось лутать там. Ну, это разве о, тот я остров? Вижу кого-то. Да, да, да. Стой, стой, тормози. Оба, попал. Попал. Ага. Все, размотался. Так, только аккуратно, смотри, тут с оружием. Ну мы тоже опасные, опасно. Мы тоже с оружием. Ну а тут огнестрельное оружие, это похлеще, о, чем мы. С копьем стоит. Блин, они еще в лесу находятся, а вон вижу бежит. Да что это такое жесткое? Нифига себе, него... да, стрел прям кучу засадил. Так, я посмотрю, нет ли здесь никого. Потому что как-то странно. Где они все обитают? Я знаю, что вот за этим большим холмом кто-то был. Ну, в первый раз. Угу. Поэтому надо посмотреть. О. Быстро. Так, ладно, поплыли на тот кораблик рядом. Угу. Я думаю, там уже будет посерьезнее с лутом. Здесь чисто дикая такая местность, ничего нет. Так, у меня 20 стрел осталось, думаю, хватит. У меня 31, точно хватит. На какой-то кораблик, говоришь? О, черепахи. Так, надо еду в еду закинуть. Я, кстати, у меня почти пустой инвентарь. У меня тоже почти пустой. Какая-то вылазка такая получилась, не очень. Ну, ничего страшного. Так, опять железо куча. А, тут есть исследование второго уровня. Кстати, можно открыть. Что за исследование второго уровня? Ну вот, зайди в стол. Ага. И видишь, там вот 1, 2, есть 3, 4. Сбоку 2 нажми. Ну давай, я нас хватает. Угу. Может, там огнестрел появится? Огнестрел нужно оружейный сделать. Есть, но пока рано, потому что у нас нету половинок. У нас одна всего половинка, от нее толку нету. Ага. Ну посмотри, что, может, что появится интересное. Так, подскажи, пожалуйста, что там надо? Резина, компонент, а, сейчас дерево. Тебе скажу. А, металлолом 15 штук. 15 дерева. А, по 15. Резина 15, компонент 10. А, фух, ты меня уже успел напугать. Я думал, компонент тоже 15. Не-не, там смотрю, 15. Там 10. Ага. У-у-у. Ого. Плита, вот что нужно. А, железный слиток. Улучшенный гриль. Вот, улучшенный гриль нам нужен. Сейчас я его открою. Сразу зайдешь, посмотришь, что он стоит. Не, вот смотри, может плита лучше будет?
А, у нас не хватает. И плита нужна, чтобы супы и не супы вот это готовить. Есть насос, продвинутый насос. Так, станция, печь. Да. Вот, печь нужна для преображения руды. Наковальня, сейф. Железная боевая броня. Воздушный баллон. Сейчас я все открою. Пистолет с тремя дулами. Кстати, пистолет появился. Коктейль Молотова. Видел, но там они такие слабые. Вот пистолет с ударной, он дорогой, но у нас нету пороха. А он делается, вот. Смотри, он легко делается, порох. У нас есть... Сера, но сера не легко, это под водой добывает. А у нас есть сера, у нас же там это. Она есть, но это не так уж легко, я бы сказал. Так, ну, так печь, разбор. Все, садимся, полетели. Корабль у нас с той стороны этого острова. Ты куда-то не туда, я тут дядь. Я выплыть не могу. А ты мог прямо и налево вывернуть. Как раз туда бы и выплыли. Нам куда надо? Сейчас направо ехать? Сейчас направо, да. А, вон тот кораблик, ну да. Сейчас нас со снайперки гасанут разочек. Надеюсь, снайперов там нет. Но копье вообще прикольное. Оно прям очень далеко бьет. Оно сильнее? По домашней? Оно сильнее на 8 урона, чем обычное копье. Угу. И оно, короче, этот очень далеко бьет. Надо было бинокль взять. Но я их вижу, их много там. Угу. Смотри, вон сверху трое вижу, снизу. А я сквозь текстуры их вижу. А, ну я тоже видел, да. Давай правее, правее бери, там как раз чел вообще на борту стоит, открытый. Рифт мутантов. Так, все, тормози. Отсюда их сейчас... Далековато, чуть поближе надо. А вон наверху с арбалетом чел стоит. В голову дал. С арбалетом наверху, давай его. Да, я промазал. О, я попал. Он по мне стреляет. А их несколько с арбалетами. И они в меня почему-то стреляют. Я мажу. Ой, мне в голову дали. Тебя убили? Не уплывай, пожалуйста, да. А. Сейчас я приплыву. Ой, как я так? Странно. Просто взяли мне с одного удара в голову. Тут, походу, баллистика есть. Видимо, да. Ой, а лишь бы тут акулы не было. Иначе мне хана будет. Слушай, дядька, у тебя есть вариант, как за мной заехать? Так, давай, ты где? А вот плыви прям ровно в сторону этого дома. Я уже буду тут рядом. Один тип у них с арбалетом, и одного слил, один остался. Чуть-чуть правее. А вот они вещи, вот они, твои. Не, у меня вон справа они. А, у меня вот мешочек, я вижу. У меня вон он. А, это глюк какой-то. И мешочек я вот вижу отсюда. Все, я забрал. Ух ты, не попал. Ой. Да ё-моё, не попадаю в него. Ой, их там еще снизу много. Угу. Да, дядька, хватит плыть. Я стою на месте. О, попал. Я тоже. Оба, я в снайпера попал, только... Лодка уплывает, и я... О, попал в него. Ой, я промазал в арбалетчика. Ой, опять промазал. Так, надо чуть-чуть поближе. Тихо-тихо-тихо, я ж только прицелился. Не, чуть поближе хочу. Вот теперь я не могу в него попасть, тут преграда. Да ёлки-палки. О, попал. А чё он такой живучий? Я тоже попал. О, есть, все умер. Так, теперь у нас остались... Самая легкая осталась. Да, где они все? А, вон вот он. Они справа. Блин, я в щит попал. Когда их... Ой, я тоже. Ща. В голову дал. Еще в голову О, дал. О, хорош.
Так, больше никого не вижу. Музыка есть страшная? Да. А, вот он ходит. Ой, я снизу. О, хорош. Не, музыка еще есть. Вода? Да. Ой, вода. музыка есть. Да. А, вот он. Где? Где он? Вот он, сзади. Он. О, хорош. Все. Зарубил. Так, музыка еще есть. Серьезно? А, вот он стоит. Так. А, я в голову снес его. Все, все. Я ничего не вижу, но я лутаюсь. Музыки нету. Трупики тоже лутай. Ну, само все. О! No translation found off. Декорация какая-то. О, чертеж, вогнутый шкаф. Все. Чертеж изучил. О. Телефон, капуста, картофель, металлолом, сырое мясо. Наш нормально так нашел. Какое-то тоже не особо такое. Так, что-то понаходил. О, ботинки нашел. Я надеюсь, я ничего не пропускаю. Так, а как это ударить? О. Ну, внизу, в принципе, я все залутал. А ну-ка. Я вроде сверху тоже. А, ну да, тут ничего нету, ага. Ну, в принципе, все. Ну, неплохо так, намного больше, чем... 100, а, 100% написано все. Все, отлично. Поехали домой. Че? Блин, жалко, что сетки у них тырить нельзя. Ага. Ну что же, дорогие друзья, на этом у нас все. Надеюсь, вам наш сегодняшний экшен понравился. Надеюсь, вы это все оцените. Также... Было бы приятно, если бы вы поделились своими друзьями данным роликом, потому что если вам понравилось, скорее всего, понравится вашим друзьям. Вот. Также не забываем про подписочки. Ссылочка на лысого дядю в описании. Ссылочка на телеграм в описании. И чуть-чуть ниже ролика кнопочка подписаться. Обязательно на нее кликаем. С тобой был Пингвин, с тобой был лысый дядь. И мы прощаемся ровно до завтра. Пока-пока. Всем пока, ребята. Всем пока.